Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православных христиане празднуют День Евдокии. По церковному календарю православной церкви сегодня чтит память апостола от 70 Андроника, епископа и святой Иунии, преподобной Ефросинии в миру Евдокии, великой княгини Московской. Празднуется обретение мощей преподобного мученика Адриана Андрусовского, мучеников Салахона, Памфамира и Памфалона, воинов, святителя Стефана, патриарха Константинопольского и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.